Вы готовы, дети? Да, капитан! Да, капитан! Я не слышу! Да, точно, капитан! Кто? Кто проживает на дне океана? Спанч Боб Сквепенс! Желтая губка, малыш без изъяна! Спанч Боб Сквепенс! Кто жарит бургер всегда и везде? Спанч Боб Сквепенс! Кого мы заскабим сегодня прям здесь? Ты, по-моему, перепутал. Спанч Боб Сквепенс! Ну что, новобранцы, приступим к заданию. Нет! Вы офигели? Итак, наша цель — это крабсбургер. Лёнь, ну у тебя же нету денежек. Блин, и вправду. Поэтому мы его не купим, а украдем. Всю работу я беру на себя. Так точно! Так точно! Точно. Тогда приступим. Что там? Нопки, держи меня. Ребята, мне страшно. Давай, Лёнь, у тебя все получится. Здрасте. Добро пожаловать в Красный Краб. Что будете заказывать? Мне, пожалуйста, бургер. Да-да, конечно, сейчас все будет. Губка, срочно бургер. Ура, новый заказ. А это, сколько ждать-то? Одну минуту, заказ почти готов. Одну минуту спустя. Бургер готов. Бургер готов, вот ваш заказ. С вас $1. Ну спасибо. Стоп, но мы же не заплатили за бургер. Какой бургер? Крабсбургер, который вы только что съели. А мне на него пофиг. До свидания. Блин, что сидишь тут, братишка? Губка, бургерная тревога. Кто сказал бургерная тревога? Одну минуту спустя. Валим, ты что наделал, дурак? Порядка нет. За нами. Ты нас не найдешь. Сквидвард, есть проблемы. Губка, ты что, их не догнал? Нет. Они от меня скрылись, но я все предусмотрел. Когда я готовил бургер, я поместил туда датчик. И теперь этот датчик находится внутри Лени. Сейчас-то мы его точно найдем. Да, Губка, это ты гениально придумал. Осталось только вычислить, где он находится. А я не понимаю, зачем я вообще здесь нужен? Патрик, без тебя мы... Точно не справимся! Итак, выдвигаемся за ними! Не понял! Они что, за мной теперь будут, блин, следить, блин? Наверное, прятаться в доме Губки Боба была плохая идея. Конечно, плохая, тупица! Давай думай, куда будем прятаться! Лично я могу спрятаться здесь, слиться с местностью, так сказать. А у меня так спрятаться точно не получится! Я тоже вроде бы спрятался. Карапуз, ты молодец! Арбузкин и Нупкин со мной! Я тебя услышал, Ленчик! Меня подождите! А я останусь здесь. Надеюсь, что здесь меня никто не найдет. А это еще что такое? Лень, кажется, нам нужно сюда. Это я уже понял. Магазин. Чуваки, погнали быстрее, посмотрим, что там продается. Да идем, идем, арбуз. Офигеть! Лень, смотри, кажется, за лайки мы сможем купить укрепление для нашей базы. Совпадение? Не думаю. А давайте купим самую топовую стену за 100 тысяч лайков. Блин, не покупается. А у нас что? Нету это, ни одного лайка под роликом, что ли? Лень, кажется, зрители еще не успели поставить лайки. А вы че, блин? Нам пока что хватает только на земляную стенку. Она стоит 0 000 лайков. А я не хочу покупать стенку из грязи. Да, Лень, я тоже. Нам нужно купить бедроковую стену. Но здесь такой стенки нету. Кажется, Спанч Боб и его команда уже к нам приближаются. Нам нужно срочно что-то делать. Лень, что будем делать? Строить базу, Нупкин! Блин, Леня, как мы тогда будем ее строить? Нифига, блин, без меня не можете. Сейчас я вам все покажу. Лень, поторопись, пожалуйста. А я делать ничего не буду.
За меня все сделают читы. Чего нафиг? Того нафиг. Я создал 10 своих клонов для того, чтобы они максимально быстро построили базу. Нифига себе, а это вообще законно? Да незаконно это нифига. Поэтому никому об этом ни слова. Лёнь, а что будем делать дальше? Дальше мои клоны будут возводить крепкие стены нашей базы. Лёнь, мы закончили. Хорошая работа, мужики. Куча талантливых мужиков в форме. Лёнь, ну для базы это еще слишком мало. Я знаю, но есть проблемка. Какая еще нафиг проблемка? Мои читы закончились. Мы что, дальше будем строить сами? Чур, я строить не буду. Знаете, на самом деле тоже бы не хотелось. Да вы что, офигели, я что ли? Не понял. Вы тоже это слышали, а? Ага, что это было? Арбузкин, ну-ка иди проверь. Ну-ка, сходи проверь. Давай. Ну ладно, как скажете. Каменная стена доступна. Так, что изменилось? Кажется, нам теперь доступна эта каменная стена за 10 тысяч лайков. Ура! Ура, победа. Забираем. Ребята! Чего? Арбузкин, у нас что, уже накопилось 10 тысяч лайков? Да, смотрите, что я взял. Давайте проверим, как она работает. Здравствуйте, меня зовут Зорс. Блин, в этой каске вообще ничего не видно. Да и без нее на самом деле тоже. Зорс! Ты чё, блин, вообще здесь забыл? Привет, Джордж. Ты что, пришел нам помочь? Ну да, вы же сказали построить стенку. Строитель Джордж берется за работу. Поднимемся повыше. Эй, чуваки, из какого блока сделать пол? А давай из... Лавы. Нубкин, ты чё, дебил, что ли? Мы как на нём стоять-то будем? А, ну да, не подумал. Го тогда из воды. Ладно, всё принял, сделаю из досок. Для начала выкопаем все блоки. А ты давай, тоже не ленись и поставь лайк на это видео. А то строитель Джордж зря стараться не будет. Офигеть, Джордж, красава. Ага, ты так быстро это всё сделал. Всё, я на вас больше не работаю. Меня вызывают, до свидули. Так, чуваки, а что будем делать дальше? Блин, вот бы набралось 50 тысяч лайков, чтобы купить эту кирпичную стену! Доступно. О, нужно проверить! Ну-ка давай, сходи проверь. Хорошо, Лёнь, как скажешь. Чё, реально что ли? Неужели 50 тысяч целых поставили? Покажите мне её! Да ладно! Неужели на видосе набралось 50 тысяч лайков? И нам доступна новая кирпичная стенка? Пошли скорее ее вставить. Чуваки, я ее раздобыл. И че, Нубкин, а что делать дальше? Я не знаю. Ого, сработало. Ага, я тоже в соке. Но в нашу базу все так же легко проникнуть. И что тогда будем делать? Самое главное, защита. Не зря для таких случаев я всегда с собой ношу ведро лавы и шипы. Чего, блин? Лёнь, ты предлагаешь защитить нашу базу? Так, Нубкин, ты должен выкопать овраг для лавы. Да блин, почему всегда я копаю овраги для лавы? Арбузкин, а ты должен... Дай угадаю, расставить шипы? Нет, конечно, тебе нужно разгадать вот это вот слово. А, составить слово из этих букв? Так это же вообще легко, только я с этим не справлюсь. Это задание для подписчиков. Ты что, дурак что ли? Я тебе давал это задание, потому что подписчики с этим заданием точно не справятся. Оно же очень сложное. А шипы — это задание для меня. А может быть, не надо? Нет, надо еще как. Я в видео старался, нету лайков, кажется. Лёнь, это некрасиво. Ты что, совсем дурной? Блин, а мне кажется, что я что-то забыл. Угу. Ты забыл разлить лаву. Блин, точняк. А, эй, нет, Нубкин, дурак. Нет, прости. Блин, ребят, сори. Ну вы же понимаете, что это еще далеко не все. В смысле? А что нужно сделать еще? Я так понимаю, что нужно еще построить стенку из бедрока. Именно! Нубкин, пошли за мной. Отпусти, Лёня! А ты, Арбузкин, строй стены! Отпусти, зараза! Ну ладно, как скажете, приступим к строительству. И последние три блока готово.
Итак, совместными усилиями мы смогли построить самую защищенную базу. Теперь никакой Спанч Боб точно не сможет нам ничего сделать. Но это не точно. А, стоп, парни! Чё такое, Лёнтик? Я же совсем забыл про обсидиан. Сейчас его принесу. Арбузкин, а я правильно понимаю, что Лёнтик больше не вернётся? Нет. Не вернется, Нупкин, ты понимаешь все правильно. Вот блинский блин. Кстати, это, ну, как его там? Нупкин, что случилось? Кажется, уже наступила ночь, и эти монстры Спанч Боба начинают к нам приближаться. Ну все, хана вам. А я, кажется, это, ну, как его там, утюг забыл выключить. Арабская ночь. Не понял прикола. Я чё, сейчас все заскамили? А, эти монстры же меня точно уничтожат, но я не сдамся без боя. Ханава! За доллар всех уничтожу. О, спасибо. Я вернул свой доллар. Но я все равно обязан отомстить этому Ленчику. И я сейчас пойду его искать. Если ты не хочешь этого пропустить, прямо сейчас поставь лайк на видео, подпишись на канал и глянь предыдущее видео, которое здесь уже появилось. Нажимай на него скорее. Ну все, Лёня, тебе